Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Джабраильский район. Глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента села Бёйк-Марджанлы Джабраильского района. Специальный представитель президента Азербайджана в Джабраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о предстоящих работах в соответствии с генпланом села. Было сообщено, что село Бёйк-Марджанлы расположено в Арасской долине, в 22 километрах от города Джабраил. Это один из крупнейших населенных пунктов Джабраильского района. Согласно генплану, общая площадь села составляет 362 гектара. К 2040 году спроектировано 1074 частных дома и несколько многоэтажных жилых зданий на 6230 человек. Здесь планируется построить административное здание, клуб-общинный центр, многофункциональное здание, спортивный и семейно-оздоровительный центры, дом церемоний, рыночный комплекс и другие нежилые объекты. Также в селе Бёйк-Марджанлы с учетом потребностей населения будут построены две школы и пять детских садов. В соответствии с первой государственной программой Великого Возвращения, охватывающей период до 2026 года, площадь, спроектированная на первом этапе территории, составляет 41 гектар. На данном этапе будет построено 149 частных домов для переселения в Бёйк-Марджанлы 542 человек. Дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными. Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Бёйк-Марджанлы.